В мадридском метро произошла стрельба. С двух станций эвакуировали пассажиров. Две станции метро Мадрида эвакуируют из-за сообщений о стрельбе. Очевидцы утверждают, что слышали несколько выстрелов. Об этом сообщает ЛПС. Примечательно, что пока полиция данные о стрельбе не подтверждает, но проверяет информацию. Полицейские добавляют, что это мог быть пистолет с холостыми патронами. Данных о пострадавших нет. Напомним, ранее сообщалось, что в метро Киева задержали пассажира с боеприпасами. Жителей Мадрида просят не покидать дома из-за токсичного дыма. По материалам сайта news.com.